то есть рядом других, то есть были определенные вопросы. И поэтому принято решение о том, чтобы, значит, новая свежая кровь в руководстве филармонии была для того, чтобы и с коллективами, и дальнейшее развитие, и совершенствование всех коллективов. Поскольку если возникают вопросы внутри коллектива не с одним, а с несколькими коллективами, то значит, ну в чем-то есть вопрос, кому-то надо уступить. И принято решение учредителям, и, значит, правительство поддержало решение учредителей о том, чтобы филармонию возглавил другой человек. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который действительно говорится по поводу коллектива. Балаган будет жить? Скажите, значит, сам балаган, непосредственно сам коллектив будет жить. Вопрос там заключается не в том, чтобы быть или не быть балаганом. Это вопрос вообще не стоит. Вопрос стоит, что в каком количестве. Уже принято решение учредителям то же самое. С понедельника будет назначена комиссия для проведения различных, значит, служебных решений вопросов, в том числе и творческого плана. И вместе с руководством балагана специалисты посмотрят. Но руководитель балагана настаивает 9 человек, я не знаю, может 8, а может скажет там, я не знаю сколько. Это решать должны специалисты, и они должны к определенному выводу прийти. Какое количество минимально необходимо для того, чтобы вот тот коллектив, который был, звучал на том же уровне, было принято вот решение сейчас там. Сколько я его даже не знаю, Татьяна Анатольевна знает? 8 оставить? Сколько? 9. 9. Но руководитель соглашается, что минимальное количество нужно 9. Ну и так далее. Поэтому никаких, я уверен в том, что никаких вопросов к тому, по какому пути двигаться, оно не будет в течение месяца все решить.